ориентированный на функционирование с Западом созданных механизмов мирового развития, обслуживания мировой экономики, нужно время. Слишком глубоко увязли в эту систему практически все страны за период послевоенный, когда эти инструменты и механизмы еще рассматривались как перспективными и устраивающими всех, отвечающими балансу интересов всех государств. Но процесс осмысления рисков, угроз, вытекающих из такой зависимости, он идет очень и очень активно. И я вас уверяю, в ближайшее время мы будем наблюдать сокращение возможностей Запада, очень серьезное сокращение возможностей рулить.